О, алмазы! Ура! Хай, ребята, с вами Супер Рим, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Как вы можете помнить, в прошлой серии мы покопались в пещере, сделали маленькую ферму. Ну, достаточно, чтобы было всего лишь несколько хлебов. Ну, так вот. В этой серии мне хотелось бы сделать алмазную кирку, если я, конечно, успею. Надеюсь, это будет не так долго. И поэтому сейчас мы сделаем хлеб и пойдем сразу в шахту, чтобы серия была подинамичнее. Да, я довольно-таки давно не снимал продолжение, да. Поэтому сейчас я снимаю продолжение. У нас целых 18 железа, нифига себе. Так, подожди, ой, не туда нажал. У нас железный нагрудник, давайте скрафтим мы и штаны себе, и прочие вещи. Например, шлем. Так, а самое главное, это, правильно, мотыга. Железная мотыга. Все, пошли в шахту. A few moments later. Вот, собственно, мы и пришли. Сейчас я давайте уголь добуду, чтобы это... чтобы не было проблем у меня с разным... с разными печками. Ну вот, я хочу найти алмаз. Для этого нам надо спуститься довольно-таки глубоко. Сейчас мы на высоте 41 блок. Ну, это уже довольно-таки низко, так что копать долго не придется нам. Мы быстро дойдем до алмазов. Правда, дело в том, что... как бы это сказать? Их вроде бы много, но найти... найдем мы их не сразу. Вот в чем дело. Вы помните, как я тут ходил с этим карасем каким-то жареным? Изображал его живым? Ну так вот, в этой серии я не знаю, что можно еще придумать такого странного. Куда пойдем? Правильно, вниз. О, у нас... а, у нас есть факелы, я уже думал, что у нас даже факелов нету. Берем в руки топор. Подожди, а сколько мотыгу? Один урон? Фу! И что это такое? Подожди, а рукой? А мотыгой? Так мотыгой даже дольше бить. А я-то думал, что можно мотыгой, например, мочить всех. Ого, смотрите, там лава. Да, надо было нам сделать ведро, но ничего страшного, я его прямо сейчас, собственно, и скрафчу. Ага. Так, к нам уже крипер плывет. Надо быть более осторожным и более внимательным. Ой, это не туда. Где мое железо? Ага. Так, вот ведро. Собственно, проблем у нас особо с лавой не будет. Мы ведром поливаемся. А, ну да, тут же это красивое освещение сейчас. Как прямо из мода. Одного. Угу. И давайте мы пойдем мочить крипера. Крипера, да. Который... ой, ёлки-палки. На тебе. А где крипер-то? Как ты меня попал-то? Да где? Блин, у меня чувствительность мыши немножко другая, потому что я мышку поменял. И, собственно... так, я пошел отсюда. Пока меня... о, вы слышали? Кажется, скелет попал прям в крипера. Так, это не поможет нам. Нам поможет гнилая плоть. Ого, вы видели? Он прям в летучую мышь попал. Ну, я не видел, конечно, но я слышал. Так. А, где-то тут крипер, да-да-да. Здравствуй, просто здравствуй, как дела? Ну вот. Сейчас какие-то криперы стали суровые. Не такие, как раньше. Раньше были слабые криперы, а сейчас они стали... да что со мной такое, а? Мощная. Жрем плоть гнилую, пока мы не сдохли. Я уж тут вижу это. Золото.
Давайте скопнем. Вроде безопасность. Здесь безопасность, да. Здесь безопасно. Давай, рубим золото. 24 часа в сутки. Челлендж. Ага. Редстоун нам тоже поможет. Ну, не знаю, конечно, в чем. Я механизмы вроде как делать не собираюсь, кроме фермы. Фермы хлеба бесконечного. Ну, не бесконечного, но... Короче, фермы хлеба. Давайте сожрем. Так, сюда нужно алмазную кирку, чтобы попасть в ад. В портал в ад. Ох. Вот этого я не ожидал. Ох. И этого я не ожидал. И тут что, везде лава, что ли? Главное, чтобы меня сейчас не скинул какой-нибудь крипер. Или не крипер. Так. Все. Идем дальше. Я, кажется, там забыл уголь, но у нас вроде как угля достаточно. Хотя все-таки будет лучше, если его добыть. Но это будет долго слишком для нашей коротенькой серии. Коротенькой. А получится в итоге 20 минут. Ну давай. Редстоун нам не помешает. Идем дальше. Идем, идем. И ничего мы не найдем. Ну вообще-то нашли мы железо. Может даже железо перестать добывать, а? Чтобы быстрее было. А то больно долго получится. А я бы хотел, чтобы серия была недолгой. Потому что монтировать замучаюсь. Слишком долго монтировать долгую серию. Потому что я начинаю слишком долго ее смотреть заново. И снова и снова. Идем дальше. Да, сколько раз я уже сказал, идем дальше. Вы считали? Копаем тогда. На этот раз уже не идем. Ох. Я уж испугался, что я прям в лаву сейчас прыгну. Прыгаем. Вот я молодец. Ага. Здесь ничего особо нету. А здесь как раз таки тоже ничего нету. Одна лава только. Вредная. Так, и вода тоже не совсем полезная. Я бы заблокировал этот источник лавы. Вот так. А здесь, собственно, сделал бы дорожку из обсидиана. Да, тут лавы многовато. Опа. Опа, опа, опа. Так, это нам не надо. Этого нам не надо. Оп. Ну все, давай. Так, уголь нам не надо. Железо нам тоже вроде как не надо, но я его добываю все равно. Вот и все. Давайте я не буду Редстоун добывать. Он мне все-таки пока что вроде как не нужен. Ням-ням-ням. Ненавижу. Да, вода мешает пройти. О, алмазы! Ура! Довольно быстро мы их нашли. Нифига их тут сколько. Блин, я так радуюсь, когда алмазы нахожу. Вы тоже, нет? Если да, то ставьте лайк. И на этом, этому каньону конец. Усё, тут больше не этого прохода. Так, 8 алмазов, это уже хорошо. Очень даже хорошо. В первую очередь делаем мы алмазную кирку. Очень быстро мы сделали, я считаю. Все это то, что нужно сделать. Мы снимали 10 минут и уже нашли алмазы. Это очень быстро. Я бы дольше искал бы. Ой, я чуть вторую алмазную кирку не скрафтил. Вот я дурак. Вот я невнимательный. Самое главное, это топор. Или не топор. Или броня лучше. Ну-ка, дайте-ка. Может, тут крафты новые появились. Алмазные. Так, а можно как-то посмотреть, что ли? Крафты с этим алмазом.
Помню, раньше мод был такой, можно было посмотреть. Ну, похоже, тут это отсутствует. Ничего нового нету. Ну, в принципе, это неплохо. Я сделал топор, ладно, ничего страшного. Он нам мешать не будет. Ой, у меня столько вещей. Самое главное, железная мотыга. Все. Ага, у нас сейчас есть алмазная кирка. Накопаем обсидиана. И давайте уже в четвертой серии мы пойдем в ад. Я очень быстро, скажем так, сделал то, что хотел. Поэтому и серия будет это не такая долгая, как я думал. Зачем мне эти цветочки вообще? Краситель? Ну, нет, спасибо. Все. Хотя нет, лучше андезит выкинуть этот, чем цветочки. Цветочки люблю. Давай копайся, обсидиан. Копайся. Знаете что? Я даже, наверное, сейчас посчитаю, сколько надо накопать обсидиана. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 для портала. И еще 4 для такой зачаровательной штуки. Ну, значит, это получается всего 16. Давайте 20 обсидианов накопаем на всякий пожарный случай. А случаи бывают всякие. 5 обсидиана. Ого, это будет долго. Вот и все. Довольно-таки быстро. Я думал, это будет намного дольше. Угу. Так. Так. Я все время говорю так. Поэтому не стоит мне говорить так. Потому что это так. Странно так. Вот тут железо. Железо я тут не пропущу. Железо все-таки полезный продукт. Я вот сейчас думаю, стоило ли мне броню крафтить, если я уже тут алмазы откопал. Или стоило сразу скрафтить... Или стоило сразу скрафтить алмазную броню. Ну, конечно, у меня не хватает. Но в скором времени хватило бы. Угу. Вот и наш проход. Это здесь спуск у нас будет такой странный. Хотя ничего странного тут нету. Это обычный спуск. Спуск обычный, в обычное подземелье. Всего лишь повседневная вещь. Подземелье. Ох. Это не то? Вы сейчас узнаете, зачем я так странно... С таким усердием скрафтил мотыгу. И вообще, что за глупость? Вы, наверное, подумали... Вот сейчас увидите. Вот и мы выбрались на улицу. Правда, сейчас у нас проблема другая. Проблема у нас в том, что у нас на улице дождь. Проблема небольшая это, но монстры нам могут помешать. Я хотел сделать довольно-таки интересную ферму. Довольно-таки простенькую. Убираем лишнее. Вставляем нужное. Пусть растет пока. Ну, половина не вырастет, я потому что убрал источник выращивания. Что я такое говорю? Ну, короче, убрал воду. Ну где верстак? Я его оставил, что ли, там в подземелье. В пещере. Кстати, красивый у нас домик получился. Довольно-таки. Вот наш верстак. Ой, я тупой, я скрафтил верстак в верстаке. Зачем я это сделал? Кстати, тем временем можно поставить на переплавку разную руду нашу. И, собственно, сделать вторую печку. Чтобы плавка шла, когда идет плавка. Ну, вы поняли. Здесь поставим золотую руду. Вот что я хотел скрафтить, собственно. Хлеб.
Это мы уберем сюда. Хлеб мы покушаем сейчас. И сейчас будет перемотка, я думаю. Ну давай, перемотка, начинайся. Это что такое? Это что это такое? Это как я так сделал? Так, погодите. Стоп! Что я сделал? Не, ну вы видели? Ну ты видел? Видел! Короче, я пока что закончил, ну, вот эту часть закончил. Но я сейчас убью этих двух чудиков, предварительно убив вот этого чудика, который мне мешает. Ну, так вот, вот эти два чудика, их я не люблю больше всего. А где мой хлеб? Придется разбираться с ними без хлеба. Сколько у них жизни? Я забыл. 40. Мочи его. Ну, блин, а. Вот тварь, а. Ты что тут делаешь, торговец? Короче. Не надо было мне так торопиться с его убийством. Сейчас возьмем вещи и снова проучим этих эндерменов. И где же вы? Давайте. Подходите. Я вас чаем угощу. Ага. Давай, давай. Нападай, нападай. На. Вот те. И даже не дал, что ли, ты это? Вот та жадная, а? Вот жадина. Курица, ты что тут делаешь? Поплыть захотелось. Короче, вот я такую ферму сделал. Я ее в скором времени доделаю. Причина, что не доделал сейчас, отсутствие семян. У меня нету семян просто тупо. Блин, я сейчас сам себя... А, вот же хлеб. Вот слепошара. Ну, короче, у меня семян нет, поэтому я не могу доделать. Ля-ля-ля-ля-ля, тополя, тополя. Вот наша ферма. Для этого именно я крафтил крутую железную мотыгу, но я ее не использовал. Но в скором времени придется использовать, потому что все-таки тут много всего. Мне, похоже, лопата сломалась. Ура! Ты что тут делаешь? Надеюсь... А, ну ты застрял, наверное. Давай, влазь. Влазь давай. Ну, влазь уже. Ну, курочка. Ладно, давай обратно. Яйцо снесла мне, спасибо. Ну, курочка, ну что ты сделала? О, молодец, курочка. Вот тебе. Ну вот. Короче, кремень у меня должен быть. Сейчас я скрафчу одну вещь. Кремень, 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 кремень. Где ты, кремень? Кремня у меня нету, к сожалению. Все-таки не смогу я сделать портал, похоже. Ладно, хотя бы заготовку сделаю, и то хорошо. Вот где-то здесь поставим портал. Вот давай где-то, где-то, где-то. Вот тут, а. Главное не перепутать.
А? Еще. Ой, я, похоже, не рассчитал. Ну, хорошо, что я это... 20 блоков добыл. Вот, собственно... А нет, рассчитал. Все верно. И вот эту штуку мы сейчас скрафтим. Ну, не сейчас, так как сейчас у меня нету книжки. А книжку, собственно, надо долго крафтить. И сюда книжку ложим и крафтим зачаровалку. А пока давай я приберусь в инвентаре. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. С вами был Супер Рим. Ну а всем... Goodbye!